27 градусов. Впервые этим летом 27 градусов. Но к вечеру обещают грозу. Пока вон кое-где даже голубое небо. Жарко. Прям вообще. Вон я в рубашечке с коротким рукавом. Большая часть парикмахерских закрыта. Нет. Из-за коронавируса. Сирень цветет. Это довольно обычное дело, но после того, как сидел полтора, там, два месяца на карантине, на самоизоляции, и после того, как до сих пор еще не открылись всякие там развлечения, кафе, там, кинотеатры и прочее, то такое событие, как цветение сирени, становится более заметным. Народ, парк формально закрыт, но народ, поскольку опять-таки все кафешки и кинотеатры закрыты, ну что еще делать? Ну вот можно выйти в парк, устроить пикник. Народ, так сказать, развлекается как может. А что делать, как говорится? Куда деваться? Надо купить это устройство, которое балансирует, чтобы не трясло во время ходьбы. Можно было снимать, чтобы видео были гладкие. Да. Хотя зачем? Да. Цветение. Цветение сирени. Это что-то с чем-то. В особенности, когда уже просидел полтора, даже два месяца на изоляции. Да, люди одеты по-летнему. Значит ли это, ну как сказать, в наших краях это же так перманентно. Сегодня лето есть, завтра, через неделю его нет, так что если теплая погода случилась и хорошее время для прогулок, надо не откладывать долгий ящик, гулять и наслаждаться. Потому что понадеешься, что через несколько дней это сделаешь, через несколько дней лета может уже и не быть. И до следующего года. Поэтому надо ценить каждую возможность.